Хочу выразить слова благодарности тех, о ком вы сейчас только что вспоминали, и не только еще раз вашим наставникам, учителям, но и членам президентского совета, потому что они поработали действительно как следует. Это была тщательная, большая работа. Они в ряду других открытий и достижений выбрали именно наиболее достойные, ваши и вас лично. Но у меня к вам большая просьба, был бы вам благодарен, если бы вы уделили несколько минут внимания для того, чтобы рассказать об этом поподробнее. 8 февраля Владимир Путин лично вручил премию президента России в области науки и инноваций нескольким ученым, среди которых был доцент Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета Ирик Мухамадинов. Хотел бы поблагодарить вас, Владимир Владимирович, Совет при президенте Российской Федерации по науке и образованию за столь высокую оценку моего вклада в научный результат, который позволит существенно изменить добычу высоковязкой нефти. Конечно, без возможностей, предоставленных мне со стороны Казанского федерального университета, такой результат был бы невозможен. Проект посвящен разработке катализаторов акватермолиза для повышения нефтеотдачи пластов. Премия в размере 5 миллионов рублей вручается ежегодно 4 ученым. Добавка этих катализаторов, при добавке этих катализаторов нефть начинает течь, то есть ее можно добывать, уже качать на поверхность, и при этом качество нефти уже возрастает. Но экономический эффект, он очевиден, то есть при добыче нефти этим способом можно увеличить на 10-20% добычу нефти, в зависимости от условий залежи, от свойств нефти. При этом нефть обогащается она светлыми легкими компонентами, становится меньше вредных компонентов, это серы, тяжелые радиоактивные металлы. Ее не нужно дополнительно подготавливать для закачки в трубопроводную систему. Вот и, соответственно, этим можно добиться еще до 30% экономии себестоимости добываемого сырья. А сами катализаторы уже себестоимость сырья составляет менее 1%. Это нефтепереработка под землей. Это вот лет 8 назад, когда мы начинали делать, мы говорили, что надо вот под землю закачивать катализаторы, пар. И дальше начнется нефтепереработка под землей, народ смеялся, говорили, что все это фантастика. Но вот прошло после этого буквально 4 года, и вот мы первые провели эксперимент в Татнефти такой, да, вот наше ошерстинское месторождение. Вот мы закачали первую партию катализатора. Ну, эффект был, в это время, может, не очень хороший еще, но потом вот через 2 года мы еще, и сегодня уже вот 5 таких вот случаев использования катализаторов для облагораживания нефти под землей. Мы создали такую технологию, которая позволяет сегодня очень хорошо добывать эффективно вот эту вот сверхвязкую нефть, которую раньше никто и не знал, как добывать толком. Да? Ученый разработал способ, который облегчает добычу тяжелой сверхвязкой нефти. Благодаря разработанным катализаторам акватермолиза нефть извлекать становится проще. Эта технология снижает затраты не только на добычу и транспортировку нефти, но и дальнейшую переработку. Как отметил Ирик Мухамадинов, на данный момент проект находится на стадии лабораторных исследований. Однако в скором времени ученый планирует проводить промысловые испытания и производить продукцию. Это опять же комбинирование уже с нашими разработками именно с каталитическими комплексами, то есть, ну, я надеюсь, после этой уже, так сказать, большой пиар-акции уже, после объявления лауреатов премии, к нам уже потянутся дополнительно уже другие нефтяные компании, не только Татнефть, Зарубежнефть, Иритек, но и Роснефть, и другие компании, которые зарабатывают месторождение вязких нефтей. Напомним, что премия была учреждена указом президента Российской Федерации в июле 2008 года для поддержки молодых специалистов и активизации их участия в инновационной деятельности. Награда считается высшим признанием заслуг молодых ученых перед обществом и государством. Амир Ахтямов, Тагмина Мадатова, Карина Саяхова, Универньюз.